Сегодня должно было состояться судебное заседание в Киевском районном суде Симферополя. По моей жалобе на бездействие Следственного комитета, речь идет о деле Тимура Шаймарданова, который еще в мае 2014 года пропал без вести. На данный момент я подал несколько ходатайств и заявлений в Следственный комитет, однако более двух месяцев я не получаю вообще никаких ответов. Я явился в суд, однако ни представителей прокуратуры, ни представителей Следственного комитета сегодня не было. И дело отложили на 19 апреля на 10 часов.